Ребята, я опять играю в Rainbow Friends 1. Как вам эта игра очень нравится? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик. С вами наша Зоя. Как вам эта игра понравилась? Я решила с нее еще раз поиграть. Так, я, ребятки, не танцую, у нас вот кубики, вы знаете. Мои блоки упали. Все, что вам нужно сделать, найти их. И положить обратно. Удачи. Гоу, что-то там было написано такое. Ребятки. Я же не танцевал, ребятки. Я собрал кубик. Вот два сразу. Делаем, ребятки, коробку. Здесь может быть блю. Так, он туда пошел. Он где-то там. Ребятки, я его слышу. Ребятки, тихонечко. Тихонечко так идем. Типа мы крыски. Мы крысочки. Нет, мы две крысы. Все, мы две крысы, ребятки. Вот, собрали. Так. У нас уже 4 кубика, которые мы не хотим возвращать. Ну ничего страшного. Так он сюда идет. Вы слышите его? Где эта махина? Так, видели его чуть-чуть? Вроде видели, да? Театр. Так, думаю, там никого нету. Пойду-ка сюда. Здесь у нас много игроков. Да? Так он может немедленно сюда прийти. Поэтому я одеваю коробку. Вообще принес все. Уже 16 кубиков. 16. Нормально, в принципе, ребятки. Там нет кубиков. 4. Блин, то хочу купить цветной диск. Нет, я не купил. Так, один кубик. Надо собрать. Да, ребятки? Вы же так думаете, то, что мы... Остался последний, это мой. Который я взял. Так, все пошли искать его. Я несу кубик. Я вас всех спасу. Осталось только мне поменять камеру. Блю. Не надо так делать. Все, дядя. На тебя уделали. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, я не съел много людей. Да, конечно, немного. Он один всего лишь убил. Одного вроде. Даже я же так понимаю. Ребятки. Отдохни чуть-чуть. Отдохни. Тебе понадобится сила завтра. Да, мне она, конечно, понадобится. Так, я здесь буду спать. Я здесь, это мое место. Так. Только я буду лежать в коробке. Почему я двигаюсь? Ай, ладно. Это я, ребятки, делаю со своей рацией. У меня рация есть. У меня даже их две. Которые делают... Так. Бежим сюда.
БЗЖ. Блютом. Блютом. В той двери. Так, ладно, идем все равно здесь. Так, вы вроде его слышали. Все. Вы видели руку Грина, ребятки? Так я сюда повернусь. Да хорошо, блин, не идет. Так если я выбегу, то тогда блин за мной пойдет. Так. Вроде Грина слышно. Ничего. Так мы можем его подождать. Как он идет? Найденные пакеты с едой, отвезите их в театр, следуя за синими стрелками. Ну окей, отвезем. Хотя мы же не тачки, да, мы два чувака. Мы чуваки, а не эти машинки. Торговые машинки! Я закрылся. Всего лишь один пакетик с едой нашли. Всего. Ой, что? Два уже. Так, как много нашли. 4, 7. А где Грин? Где Грин? Так, пока нет. Я пока вот дверь иду. Так, в этой двери ничего нету. Бежим сюда. Ну иди, скороса. Слышите? Это Блю идет. Он там сзади. Я так понимаю, я слышу. Я по звукам понимаю, то, что он там. Так, берем этот пакетик с едой. Грин может это все взять за нас. И это туда положить. Мы же не будем рисковать, ребятки, да? Ну, Али Грин придет такой. И скажет, привет, обосрали псис. Я тебя скушаю. Помните, в том ролике говорил нам какашеч? То, что поставьте лайк, подпишитесь. И это его был приказ. Так, принес. Я сюда. Все, блин. Ось. Понял. Я же кокушка. А, я кокушка. Ребятки. Осторожно. Так, мои ребятки, осторожно. Опасная зона, да? Так сказать. Можно. У нас вся цистерна сделана только где... Так, сюда бежим, ребятки. Да, кстати, сюда можно забираться. Слушайте, блин. Это он где-то здесь. Слышали? Ну, где-то здесь. А, я это... Я еда. Дышающий. Когда... Скушайте меня. Ладно. Это не шутки. Сейчас будем вылезать скоро. Когда Грин уйдет. И когда он уйдет, мы просто обосыемся. Так, ладно. Так же. Ре, где он?
Ха, где он? Непонятно, где он. Хз. Так, я вижу кубики. Ой, пакеты с едой. Так, но мне они нужны. Куда вы там бежите, ребятки? Ну, чувачки, чувачки, да. Куда вы там бежите, фтаты? Меня в коробке, наверное, не слышно, потому что я обосролипсис. Хи-хи-хи, я обосролипсис. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так, блю-блю-блю. Смотрите. Ваш данный момент. Ну, жаль, Грина вы не увидели. Ему скучно. Он пошел туда. Думает, там никого нету. Чего с ним? Грин кого-то сожрал. Так, я сюда иду. Так, потому что он здесь не убивает, ребятки. Пропустил. Так он туда пошел. Встал. Блю идет сейчас. Yes. Оранжевый покинул свою пещеру. Может, он понюхал еду? Я думаю, все уже. Блин, такая рука у него такая, что у него она непонятная, и ему неудобно это делать все. И если я таким был бы, мне тоже было бы неудобно делать так. Поэтому не надо это. Ну, поэтому так это обосрался. Ребятки, вы слышали? Сегодня последняя ночь. После этого я... Как ты поможешь мою машину, я тебя отпущу на вечеринку. Хэм, почему отверстия начали протекать? Протекать. Вот здесь у нас с этим. Так, здесь у нас Блю. Хаги Блю. Сядь. Давайте коробку. Мне кажется, здесь будет Блю. Так. Бежим. Все вниз бегут. Да я тоже, как и они. А как он так быстро в коробке бежал? Вы это сами видели? Сами видели. Так, я не вижу. Так, там ничего нету. Бежим. Так, Блю, проходим. Так, бежим. Так, вот сюда вот так быстренько проходим. Куда? Куда? Нет! Нет! Не убивай! Нет! Я так просто делаю для смеха. Так, раз все туда пошли, значит, мы вот так вот сюда идем. О! Похоже, кто-то забыл покормить апельсина. Так, там нету этого. Вы слышали апельсина? Наверное, да? У него какая способность? То, что он видит
эти через стену. Да блин, мне сейчас конец придет. Да, я говорил. Так, нет. Конец мне не пришел. Так, ладно. Чего? У меня что, планшет лагает? Лагает планшет у меня, наверное. Я к тебе. Я тебя закрою. Челик. Че он там делает? Непонятно. А, он сидит. Дышит. Я его там спрятал. Так зачем? Затем то, что он нужен. А, ладно. Понесли предохранитель. Так, у нас 4 предохранителя. Так, сейчас будет 5. Мне же так кажется. Да, 5. 5 монеток. Чек. 5 этих. Так здесь все в компашку идут, мне кажется. Так, он здесь. Он рядом! Побежали! Да блин! Ты умер. Все, ребятки, я это не могу проходить, потому что у меня... Это... Нету гемов. Гемасиков, да. Гемасиков у меня нет, к сожалению. Блин, ребятки. Ой, как жаль. Ой, как жаль. Ой, ребятки, извините. Блин. Смотрите, у меня игра что-то лагает. О, блю. Алло. Алло, это маньяк? Алло. Ой, ладно, ребятки, вы были на моем канале Миша Зой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. А с вами я, Миша Зой. Всем пока-пока!